Доброе утро, Александр. Доброе утро. Автомобильных приложений сейчас очень много, и, в принципе, можно в них даже потеряться, когда заходишь на Play Market. Расскажите, вот чем именно ваша может облегчить жизнь современного водителя? Ну, смотрите, вы правильно говорите, что очень много приложений на сегодняшний день. И когда мы, когда зародилась эта задумка создать это приложение, мы изучили эти все, так сказать, конкуренты, да, то есть конкурентов наших прямых, и поняли, что, в принципе, конкурентов здесь нет. Есть приложения, конкуренты, они все отрывками, то есть какая-то функция у них есть, да, то есть, но всех остальных нет. Мы решили это все сделать в одном, в едином, и более того, то есть приложения конкурентов, они по большому счету не рабочие. То есть там можно как просто ежедневник вести, да, то есть самому там нужно забивать данные. Вот, у нас более такая интеллектуальная система. То есть это не просто календарь напоминания, это приложение Spirius не варится само в себе, да, оно с кем-то там, так сказать, взаимодействует. Как работает? Вот расскажите. Работает оно следующим образом, то есть пользователь регистрирует свой автомобиль, добавляет туда, вносит какие-то минимальные данные, то есть это такие как пробег, это такие как последнее прохождение ТО, и уже на основе этих данных мы полностью, значит, рассчитываем следующий текущий пробег. Вот, и напоминаем пользователю о том, что ему нужно посетить автосервис. То есть не нужно помнить, там где-то записывать. Вот раньше, я помню, все записывали в маленькие такие, были ежедневнички, то есть в машине они всегда лежали. И книжечки, то есть, книжечки да, то есть для ТО, там помнить, что я поменял, что я там, в какое время это все сделал. Наше приложение как раз полностью это заменяет. И вот откуда приложение знает, что пора что-то, так сказать, с автомобилем сделать? Оно с какими-то базами данных связывается? Нет, мы берем все по средней, то есть первоначальные данные, которые вы внесли, то есть это ваш текущий пробег, и достаточно внести дополнительный пробег, указать, и уже от него пойдет расчет. Рассчитается, где-то идет примерно 5% расхождения, то есть плюс-минус, то есть, ну, как бы всегда попадает точно в яблочко, да, то есть. С машиной мы разобрались, допустим, звоночек поступил, нужно менять. Где менять, возникает вопрос. У официалов дорого, не пойду я к ним обращаться. А у знакомых, например, у меня как у женщин там, не могу я дозвониться. Как тогда выбрать автомастерскую, где меня, в общем-то, не обманут, да? Это какие-то возможности предоставляет приложение или нет? Да, как раз задумка вообще в целом изначально нашего приложения была в том, чтобы можно было подобрать для себя самый оптимальный вариант. Да, то есть, как вы сказали правильно, что официальный дилер дорого, да, то есть там знакомых каких-то нет, да, то есть, и как раз вот для таких людей это, в принципе, и рассчитано. Вы просто заходите туда, когда вам приходит напоминание, что нужно пройти ТО, отправляете запрос всем автосервисам в городе, по выбранным вами параметрам. Это может быть фильтр по удаленности, по расстоянию, то есть по видам работ. Да, то есть, по рейтингу, может быть? По рейтингу, да, обязательно есть также рейтинги. Вот, и вы уже по ним выбираете, смотрите фотографии, смотрите отзывы, то есть какие пользователи предыдущие оставляли, и уже определяетесь, стоит вам туда ехать, либо не стоит. Как раз здесь уже от вас все зависит выбор. Можно просчитать, вот сколько сэкономим средств, если будем пользоваться этим? Можно, у нас уже есть очень большая статистика, то есть даже такие были запросы у нас от пользователей, там по капитальному ремонту двигателя, например, да, то есть и разбег составлял там просто колоссально, там в 300%, да, то есть, грубо говоря, были те автосервисы, которые предлагали там за работу около 40 тысяч рублей, и были автосервисы, которые были готовы сделать это за 10 тысяч рублей там. То есть, ну, очень много. То есть, получается, когда вы делаете этот запрос, автосервисы дают свои цены, те, за которые они готовы взяться за эту работу. И на этом вы как раз экономите. То есть вы находите автосервис самой выгодной ценой. И автосервисы, в свою очередь, они понимают, что соседний автосервис может тоже предложить какую-то подобную стоимость. И здесь начинается уже, то есть, ну, некая, то есть, конкуренция. Вот оно, развитие конкурентной среды. Опять же, мы говорим, что приложение не однокомпонентное. То есть мы видим здесь связь с автосервисами. А еще какие-то возможности предоставляются, например, взаимодействие с другими организациями. Можно и продавцами запчастей, не знаю. И кому выгодно, помимо? Сейчас, значит, есть возможность сделать, значит, запрос по страховым компаниям, да, то есть, когда вам нужно подошло время сделать страховой полис, вы уже также делаете подобный аналогичный запрос в страховой компании, и они вам также делают предложение. Вот вы уже думаете о том, как будет модернизироваться приложение в будущем? Вообще, да, как бы задумок очень много. Многие из них, сразу скажу, коммерческая тайна, да, то есть это будет сюрприз для пользователей. Вот, то есть мы ежемесячно обновляем приложение, то есть и постоянно добавляется какая-то новая функция, да, то есть вот как раз начал про страховки говорить, она как раз вот уже в ближайшие несколько дней она появится, то есть можно будет ей воспользоваться. Сейчас в данной версии ее пока нет, то есть она на тестировании находится.
Я уже готов воспользоваться приложением. Я тоже. Заинтересовали. Спасибо большое, Александр. Новых идей вам для воплощения, Саша. Спасибо.